Сейчас мы сможем воспользоваться удивительным швейцарским транспортом. Это железные дороги для автомобилей. Но это через горы будет идти? Или... 2/3 территории Швейцарии покрыты горами. И хотя автомобильная сеть постоянно, в общем-то, расширяется, но не везде еще построены автомобильные дороги. В горах их строить очень сложно и дорого. А железные дороги в Швейцарии строятся уже с середины 19 века. Первый поезд в Швейцарии отправился в 1847 году, но из Цюриха, правда. Сегодня Швейцария занимает первое место в Европе по протяженности железных дорог на душу населения. И железных дорог очень много. Тоннелей построено великое множество. И швейцарцы подумали, почему бы не применить эти железные дороги для перевозки автомобилей. Ну и вот сейчас на один из таких поездов мы заезжаем. Иногда еще швейцарцы называют это катящееся шоссе. Так можно, наверное, вольный перевод такой будет. Вот. Заехали на платформу. Впереди сейчас появится работник, который уплотняет максимально, чтоб ни один метр свободный не остался на платформе. Вот подошел так называемый уплотнитель. И скоро нас отправят. Вот, наш поезд отправился. Сейчас мы въедем в тоннель. Минут 20 езды по тоннелю. И выезжаем уже в другой долине. В другом кантоне. В швейцарском другом государстве. Но пока еще немецкий язык. Все еще немецкоязычная территория. Чуть больше 10 минут в тоннеле и опять на белый свет выехали. Ну и вот так же организовано осуществляется съезд с этого поезда. Все очень быстро, легко. Открывается специальный барьерчик. И... пожалуйте к выходу. Уже собираются автомобили в обратный путь, в другую сторону.